Друзья, вы готовы познакомиться с новой работой от Sanitus Terra? Это лучшая песня, по мнению автора, с альбома D.A. Дианы Анкудиновой «На краю» в новой фолк-роковой аранжировке с тайбловым интро от Sanitus Terra. Слова Мария Тарасенко, музыка Брэндон Стоун и Мария Тарасенко. Смотрим с удовольствием на канале Горинов Лайв. Устраивайтесь поудобнее, друзья, и мы начинаем. Когда я вижу эту заставку, я всегда жду чего-то крайне-крайне интересного. А вы? Напишите в комментариях. Напоминает какие-то мистические напевы. Всего где-то минуту послушали, у меня уже складывается ощущение, что какое-то измененное состояние сознания, и я попадаю, просто погружаясь в эту атмосферу. Ну какая красотища, какая красота, друзья. Меняет часто небо цвет, прощает то, что не простить. Мы через тучи видим свет и узнаем, как дальше жить. Мы слышим звуки в тишине, они срываются на крик. И вновь запутавшись в себе, мы упускаем счастье миг. А на краю чужой мечты тебя совсем никто не ждет. Ты можешь падать с высоты и верить в то, что это сон. Дорог так много у судьбы, где наши сразу не понять. Ты просто верь в свои мечты, и ты научишь их летать. Летать. Стирает ветром все следы, меняя свет на полутень. Такой необычный переход, столь резкий, что просто не успеваешь сконцентрироваться даже.
Он обескураживает. Ты видишь свет из темноты, так наступает новый день. Отбросив страхи на пути, ты сможешь многое понять, любовь внутри себя найти. И никогда не потерять, никогда не потерять. А на краю чужой мечты тебя совсем никто не ждет. Ты можешь падать с высоты и верить в то, что это все. Дорог так много у судьбы, где начал сразу не понять. Верь свои мечты, и ты научишь их летать. Ну класс, что я могу сказать. Какая великолепная аранжировка к этой композиции. Есть что-то магическое в этой песне. И в таком вот варианте она звучит просто блестяще. Браво, Санитус Терра. Это было что-то душераздирающее, захватывающее, уносящее в самые дальние дали нашего сознания и нашей вселенной. Ну и, конечно же, голос Дианы, он, как всегда, просто пленит мое сердце. Совершенно что-то невероятное, никак это не описать. И обязательно напишите, друзья, в комментариях, как вам, пришлась ли по душе эта композиция вот в такой интересной аранжировке, вот в таком интересном варианте. Ну а ссылку на оригинальный контент, я думаю, вы уже догадываетесь, друзья, я, как всегда, оставлю в описании к этому ролику. Как по мне, видео действительно получилось блестящим и захватывающим. Надеюсь, вы со мной будете согласны. Ну и до новых встреч. Вы были на канале Горинов Лайф. Слушайте хорошую музыку, а главное, берегите себя. Увидимся. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.